Добрый день! В этом видеоуроке будем разбирать, как поставить расширение на NeoBooks. Получается, я себе его не ставил, только увидел его в интернете, что он есть. Вот, мы переходим сначала вот сюда, вот нижнее. Вот это окошечко нажимаем. Вот, у меня стоит Chrome. Сейчас будем ставить себе этот плагин на Chrome. Вот, я так понял, что оно уже установилось. Просто получается, что я сделал. Я сюда класснул, потом сюда, нажал установить, и все, оно установилось. Вот, мы еще можем здесь сделать сигнал. Допустим, выставить там звук, когда будет приходить какая-то реклама. Ну, я поставлю первый. Вот, чтобы сохранить данный звук, надо будет ввести пароль. Сохранить настройки. Вот, получается, когда придет какая-то реклама, проиграет музыка. Вот, и покажется тут единичка, что на NeoBooks пришла реклама, которую можно будет просмотреть. Вот. На этом все. Пока-пока. Смотрите мои ролики на YouTube, ставьте лайки. Вот. Подписывайтесь на канал.